это дорогие друзья. У меня есть 5 минут до моего автобуса. Я решила вам рассказать историю моей фиалки нарцисса. Пока ехала, стала вспоминать, когда она у меня была создана. И вы знаете что? Если я правильно помню, то это класс 9 или 10. То есть это где-то 2003-2004 год. А за это время было написано очень много аранжировок и интерпретаций. Сейчас, как я стала понемножку заниматься опять на инструменте, у меня добавились еще дополнительные аккорды. Все это было основой на самой песне о любви, о нежной любви цветов. Вот. И всегда раньше, скажем так, я воспринимала ее именно как грустную песню. А сейчас, за последние полгода, благодаря вполне, я уверена, той аранжировке, которую я сделала, с добавлением новых аккордов и мелодики, я поняла, что, оказывается, она у меня теплая, добрая, душевная, такая светлая. Да, она и так была светлая, просто грустная. Оказывается, она радостная. Это, знаете, как вы воспринимаете, грубо говоря, любую мелодику, скажем так. Вот. Есть вероятность того, что на канале появится еще несколько ее интерпретаций, но как таковое, по такой простой причине, что я все еще играюсь с ней, да, интерпретирую. Получился достаточно большой перерыв в музыке. Больше всего я ее играла, я не знаю, с нее я начала. Вот. И я понимаю, что у нее нанизывается как такие бусинки дополнительные. Еще какая-то аранжировка. Я с ней еще все до сих пор играюсь. Вот. Посмотрим, что из этого получится. И какое количество аранжировок у меня в итоге выйдет. На данный период времени уже вариантов 10-15 могу, наверное, насчитать и сыграть. Мой транспорт приехал. Я благодарю вас за просмотр.